Корица способствует улучшению работы мозга. Эта коричневая специя – настоящая пилюля с суперсилой. Исследования одного из университетов установили, что запах корицы улучшает моторику, зрение, память, ну и, конечно же, внимание. Вторым выступает хвойный запах. По мнению ученых, он уменьшает стресс. Японские исследователи отправили две группы испытуемых – гулять лесом. Одну группу отправили в лиственный лес, второй – во хвойный. Первая группа вернулась встревоженной и недовольной. А вторая наоборот, свежие, отдохнувшие. Вывод у японских исследователей напросился сам с собой. Третий, ну и самый для меня неблагоприятный, это ваниль. Ваниль делает жизнь слаще, а нрав добрее. Она помогает балансировать на грани между собранностью и расслабленностью. Четвертый, аромат свежескошенной травы. Ну, якобы считают, что поднимает настроение. Это во-первых. Ну а во-вторых, регулярное пребывание в поле под действием этого аромата, свежескошенной травы, помогает предотвратить снижение умственных способностей или помогает от усталости. Ну и последний, пятый, это яблоки. Яблоки якобы смягчают боль при мигрени. Людям, которые страдают от приступов головной боли, просто-напросто стоит держать при себе яблоки. Помимо болеутоляющего действия, яблочный аромат помогает снизить тревожность. Ну и помогает, конечно же, еще и в учебе. С вами был канал Трольная прогулка. Подписывайтесь на канал, будем рады новым подписчикам. До скорых встреч!